Народный театр в Арсеньеве представил новую премьеру. После легких и веселых постановок комедии «Цирк зажигает огни» и сказки «Счастливая рубаха» коллектив обратился к классике Чехова. Работал над ней приглашенный режиссер Юрий Гончаров. Именно он готовил с этим театром первую постановку. Новый спектакль называется «Два сватовства и одна свадьба». В основе три знаменитые чеховские шутки – «Предложение», «Медведь» и «Свадьба». Неожиданные повороты сюжетов, искрометный вневременной юмор, искренняя игра актеров обещают, что этот спектакль будет одним из самых любимых у зрителей. Я никому не позволю оскорблять себя. Я не посмотрю, что вы женщина. Слабое создание. Медведь! 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 Пора уже отрешиться от предрассудков, что только мужчины обязаны платить за оскорбление. Равно.